Всем привет! Да распустились мои фиалки. Спешу вам их скорее показать, пока они не отцвели. У нас очень яркое солнце, и они довольно быстро отцветают. Шансон. Очень крупные цветы. Очень хорошо видно розовое фэнтези. Много-много еще бутонов. Кармен наконец-то распустился. Это сорт Прилуцкой. Тоже очень крупные такие махровые звезды с тонкой сиреневой каймой. Сердце матери все еще цветет. Кое-какие цветы я уже ободрала. На камере кажется цвет более ярким и более красным. На самом деле он бордовый. Вот такой яркий цвет, когда цветок только открывается. Ну, это как всегда, моя красотка. Белая гвоздика. Это ее второе цветение, поэтому цветы более крупные. Моя любимая черная жемчужина. Огромная-огромная шапка. Цветы тоже довольно крупные. Очень я ее люблю. Она очень пышно цветет. Здесь мини-трейлер Pixie Blue. Много-много бутончиков. Вот пару штучек расцвело. Он прекрасно кустится. Тут у меня три головы. Еще одна гвоздика. Все стандарты стоят у меня на фитиле. Рапсодия Клементина тоже собирается цвести, вон там бутончики. Это у меня темная ночь. Из-за того, что много света на подоконнике, цветоносы очень короткие. Хотя в первом цветении год назад она меня очень расстроила тем, что цветоносы были очень длинные и почти лежали на листьях. Такая интересная желтая серединка. Макс Корчин Сан у меня замечательно расправил розетку. И дал много-много цветоносов. И пестролистность у него не ушла. Смотрите, цветы до сих пор держатся, уже несколько месяцев они просто выгорели. Здесь у меня распустилась почти полностью красотка Line Spirit Treasure. Махровая такая, рюшастая, очень красивая. Цветоносам даже очень тяжело выбраться из-под листиков. Как их там много, и какие они крупные, и цветоносов много, по два цветоноса из каждой пазухи. И мой любимый на сегодня трейлер, вот посмотрите, сейчас хорошо видно его химерность, вот они эти полосы. Еще и фантазюшки замечательные. Когда цветок только открывается, у него лучше видны эти полосы. Вот эти самые первые, они почти выгорели. Вот, к сожалению, он опадашка.
Цветы держатся, не сказала бы, что долго. И, к сожалению, опадают. Вот видите химерные полосы? Что-то такое в этом есть. Вот они. Мне лично видно, мне кажется, вам тоже. Мне нравится, что у него много бутончиков, много цветоносов, и кустик очень красивый. И довольно компактный. У меня тут сидит, по-моему, 3 головы. То есть покупала я голову одну, но она уже расстроилась. Здесь у меня расцветает стандартный трейлер Beauteous. У него должны быть такие розовые, некрупные розочки, но листва красивые, гёл, как вы видите. Это у меня кухня. Здесь у меня расцвела малышка Сэнкс Азалия Трейл. Вот такие вот цветочки. Они, конечно, еще корявенькие, потому что это деточка, но листики симпатичные. Наконец-то дал много цветоносов мой стрептокарпус Маргарита. Вот раз цветонос, два, вот он 3 и 4. Сейчас вам как-нибудь покажу. Против света не очень видно. Так. Как бы вам его показать? Вот. У него крупные цветы. И цветок, когда открывается, он сначала без рюши, а потом появляется рюша. Красивый. Это у меня тут сидит 2 кустика в одном горшочке. Поставим его на место. Последние цветоносы по 2 цветочка. Тут у меня стоят стрептокарпусы, я уже показывала. И вот, посмотрите, какой у меня зацвел стрептокарпус. Я его немножко перевернула, потому что он смотрит к окошку. Он, конечно, большой, крупный. Но тут тоже 2 кустика. Вот, посмотрите, какая у него сеточка. Вот только сегодня открылся. Он еще должен увеличиться в 1,5 раза, я думаю. На каждом цветоносике по 2 цветочка. И вот там еще. Посмотрите, много цветоносов. Распустилась у меня энкафрагалина. Вот второй цветок. Очень необычная форма и цвет. Этот более старый, он более персиковый. Этот недавно распустился, он более розовый. И серединочку закрывают лепесточки. Тут у меня продолжает цвести зефир. Цветочки немного увеличились. Нежно-розовая в середине. Ну, из остального я вам все показывала. Пылая лесная фиалка. Вот цветы, смотрите, как увеличились. Симпатичная. Это я не помню, как называется. Белой каймы нету, к сожалению.
Вот здесь у меня волюшка наконец-то раскрывается. Очень мне нравится ее такой неоднородный сиреневый цвет. Посмотрите, сколько цветов, цветоносов, очень много. На каждом цветоносе, посмотрите, по три веточки, и на каждой веточке по три цветочка. Одна из моих первых миниатюр была Little Cabus. Я ее очень люблю до сих пор. У нее красивая желтая кроновая пестролистность. И вот, наконец-то, она цветет. Она часто любит доить голову. Мне очень нравятся ее фиолетовые маленькие розочки. У меня таких даже две штуки. Вот одна зацвела, а вторая еще нет. Распустился у меня наконец-то DS Cancan. У него тоже такая расцветка, амбре, темнеющая кончиком лепестков. Распустился у меня Pipsqueak, микротрейлер, который похож на ромашечку. Ника у меня опять начала цвести по второму кругу. Кстати, цветы очень долго держатся. Это у меня антик Yellow Bells. Не знаю, что там. Почему-то фиолетовое у меня от жары. Продолжают цвести мои колокольчики. Imps Fortunate Fairy. Это Tennessee Trail с такой краской, чем-то напоминающей химеру. Так, тут у меня раскрывается Le Florence. Розетка, конечно, у меня вымахала. Но вроде по сорту, потому что там фэнтезюшки все-таки виднеются. SK Confiture опять у меня заплыл, и он почти весь розовый. Max Southern Springtime Sport до сих пор цветет, вы не поверите. Так, N Млечный Путь таким красивым букетиком, там еще куча тоже бутончиков, но уже такой букет. Max Pure Poetry пока всего только один, что-то как-то он бедненько в этот раз цветет. Так, следующее. СК Яблоневый сад. Старые вот уже отцветают, и новые цветут. Так, и тут СК Эвридика пытается зацвести. Precious Pixie распустился. Очень красивая пестролистность. Такие колокольчики. Но я о колокольчиках буду вам отдельно рассказывать. Так, это у нас Shirls. Тоже с Shirls Pipsqueak, по-моему, называется. Котенок Гав цветет до сих пор. Вот я вам в прошлый раз неправду сказала, он не опадашка. У него засыхают колокольчики. Так. Тут у меня Зинаида Серебрякова. Очень красивые цветы, но розетка огромная и цветет всего по одному два цветоноса, конкретно у меня. Поэтому мне не нравится. Вот, наконец-то распустилась, хотела вам показать фокус. N-паутинка. Очень крупные колокольчики для такой небольшой розеточки. Они розовые и каемка более темная. Вот этот сорт наконец-то распустился. Я забыла, как он называется. Я брала его как альтернативу жар-птице. Посмотрите, какие цветочки. У него должны быть желтые ручейки. Но этих желтых ручейков у меня нет. Если кого интересует этот сорт, я потом вам напишу внизу в комментариях. У него красивая розовая пестролистность, но розетка большая.
Пангею меня там наконец-то дала цветоносы. Очень рада. Так, это у меня Энлия Бэйби, по-моему, зацветает. Такие белые, с розовым будут розочки. Это у меня Snuggle Little Girl. Так, и СК Пейзаж в тумане. В этот раз что-то как-то мало цветочков. А, Валарта Кампана Смарадос. И Миледи, последний цветочек остался. Все, она уже цветает. Так, это у меня Импс. Ой, забыла. По-русски, в общем, поганка. Должна быть белая с фиолетовыми напечатками. Я ее покупала, правильный, белый, с фиолетовыми напечатками, но в моих условиях она, как обычно, фиолетовая. Белого очень-очень мало. Вот, буквально в серединочке. Ну, как же она называется? Вот забыла. Так. Следующая. Последняя полочка. Little Miss Muffet. СК «Первая любовь», «Ropsloose Noodle», к сожалению, в этот раз почему-то заплыла довольно сильно. Вот эти более светлые, а вот эти темные. «Энгек» вот зацветает. Это что у меня? Торонто Белль. Как всегда, 1-2 цветоноса. И вот у меня красотка Ле Лейла. Стандарт, пестролистный, с красивыми колокольчиками. Уже у многих она есть в коллекции, но вот у меня только расцвела. И где-то я еще что-то хотела вам показать. А, вот, деточка Ropsloose Marzipans зацвела по сорту, по-моему. Или, я не знаю, должна быть у него зеленая каемочка или нет. В общем, распустится, посмотрим. Так, это Ropsloose Whizbang тоже зацветает. Вот эта малявка. Эн вечерний звон. Вот колокольчик немножко раскрылся. И СК осьминожка у меня. Такая раскидистая большая розетка, но цветы мне очень нравятся. Следующая полочка. Я вам тут уже все показывала. Это белая гвоздика. Вот открывается Lion's Little Sweetheart. Открылся Ropsloose Astro Zombie. Ropsloose Vanilla Trail. Раскрывается у меня Ropsloose Zipper Zapper. Смайлик я вам показывала, какие-то мелкие цветы, надо все ободрать. Le Mars Sport.